Дамы и господа, мы подошли к концу исторических 9 дней в ООН, общих всеобъемлющих прений. В этом году у нас было самое большое число глав и государств и правительств, которые когда-либо собирались здесь для того, чтобы обсуждать вызовы и возможности в области глобального мира, безопасности, развития и прав человека. И сейчас, когда мы празднуем 70-летие, отрадно было, что руководители вновь подтвердили дух и принципы устава и подтвердили свою веру в центральную роль ООН в деле международного сотрудничества. Отрадно было также и то, что до общей дискуссии у нас была встреча с его Преосвященством Папой Франциской, и мы приняли также повестку по устойчивому развитию 2030 и обязательства торжественные нашего сообщества. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех и каждого из вас за ваши щедрые слова и поздравления, и слова поддержки. 70-я сессия будет исключительно насыщенной, и мы выявили многие вопросы, которые вы, государства, считаете заслуживают нашего углубленного рассмотрения. Саммит сфокусировал внимание на устойчивом развитии, и поэтому нам надо будет обсудить путь к миру, развитию и правам человека. Один из вопросов, который постоянно поднимался в последние дни, был вопрос участи беженцев, перемещенных лиц и мигрантов. Вновь и вновь подчеркивалось, что этот беспрецедентный глобальный кризис требует и беспрецедентных откликов на основе норм международного права и международной солидарности. Исходя из встреч генерального секретаря на этой неделе, я поэтому проведу заседание МВФ и министров финансов в Лиме в будущую пятницу, где я подчеркну и необходимость внимания финансовым вопросам, но подчеркну большую необходимость более комплексного финансирования проблем гуманитарного кризиса. Также где-то в конце ноября я проведу встречу по глобальному кризису беженцев. Трагическая гуманитарная ситуация во многих уголках мира, и в том числе в Сирии и в соседних странах, подчеркивалась неоднократно. И в связи с этим конфликтом многие призывали к дополнительным усилиям региональных и мировых держав для поиска необходимого мирного решения. Ситуация в других уголках Ближнего Востока, включая Ближневосточный мирный процесс, также подчеркивались как источник большой обеспокоенности. Многие государства также подчеркивали необходимость рассмотрения препятствий на пути к миру в Африке, в частях Европы и в других уголках из-за нестабильности, насильственных конфликтов и распространения экстремизма и терроризма. Радикальные действия ИГ, Боко Харам, Аш-Шабад и других экстремистских групп единодушно осуждались и отвергались как оскорбление нашего общего достоинства. Что касается потенциала ООН по поддержанию международного мира и безопасности, тут многие подчеркивали инициативы генсекретаря по пересмотру операций ООН и подчеркивали важность превентивной деятельности для сохранения мира и стабильности, и подчеркивали необходимость устранения коренных причин конфликтов. Все большая роль региональных и субрегиональных организаций в поддержании мира и безопасности также подчеркивалась.
Многие государства-члены также подчеркивали критическое значение рассмотрения вызовов в области разоружения, начиная с угроз, которые представляет легкое стрелковое оружие, вплоть до вопросов ядерного нераспространения. В этой связи ядерное соглашение между Ираном, постоянной пятеркой, Германией и ЕС признавалось в качестве важного шага и в качестве большого дипломатического прорыва. Таким же образом, многие приветствовали восстановление дипотношений между Кубой и Соединенными Штатами. Дамы и господа, насущная потребность достижения договоренности на COP21 в Париже по климату неоднократно подчеркивалась многими делегациями, в том числе малыми островными государствами и другими, которые особенно страдают от изменения климата. Со времени саммита на прошлой неделе почти 70 стран представили свои проблемы на наше рассмотрение. И таким образом 146 стран сейчас уже продемонстрировали свою веру в то, что Париж может и должен увенчаться успехом, и что он должен дать надежду и возможности миллионам людей во всем мире. Заглядывая в будущее, многие руководители говорили о необходимости успешного проведения Всемирного саммита по информационному обществу для проведения десятилетнего обзора. Они также выразили надежду, что спецсессия по всемирной проблеме наркотиков также даст конкретные результаты. Что касается цели устойчивого развития, многие руководители подчеркивали, что универсальное осуществление сейчас необходимо, и финансирование, в том числе, необходимо, чтобы развитые страны выполнили минимальную цель в предоставлении на эти нужды 0,7% ВВП, а также передавали бы технологию и активизировали борьбу с коррупцией как неотъемлемую часть этой мозаики. В области здравоохранения мы слышали отрадные новости из Западной Африки, где, хотя не была полностью ликвидирована эпидемия Эболы, но тем не менее она была поставлена под контроль благодаря помощи затронутых стран и ООН. В области прав человека некоторые напоминали об изменениях в мире в отношении дискриминации, в отношении различных групп и говорили о защите гражданского общества. И многие говорили, что нам еще нужен дополнительный прогресс в отношении прав женщин и девочек. Глобальное исследование и обзор высокого уровня по осуществлению резолюции 1325 ООН по вопросам женщин, мира и безопасности также подчеркивался многими в качестве важного процесса на предстоящий год. Что касается организационных вопросов, во многих выступлениях подчеркивалась необходимость реформы Совета Безопасности с тем, чтобы он эффективнее выполнял свой мандат и отражал геополитическую реальность сегодняшнего мира, а также реалии завтрашнего дня. В этом же ключе высказывались надежды относительно проведения транспарентного процесса в ближайший год по поискам следующего генерального секретаря организации. Дамы и господа, вот как бы резюме тех важных вопросов, которые обсуждались последние 6 дней. Глубина и ширина проведенной дискуссии еще раз подчеркивает, что задачи, стоящие перед нашей организацией, огромны. Как председатель Генассамблеи на этой исторической 70-й сессии, я хочу вас заверить, что я сделаю все от меня зависящее для того,
чтобы добиться реального и существенного прогресса в рассмотрении всех вопросов по трем основным составляющим. В заключение, позвольте выразить искреннюю признательность всему персоналу ООН, которые позволили сделать эту неделю очень успешной. Особенно я хочу поблагодарить наших коллег из DGACM, наших устных переводчиков, сотрудников службы безопасности, внутренний персонал и других. Ваш профессионализм был выдающимся и является наградой как для вас самих, так и для нашей организации. Спасибо.